Сегодня какое число? Третье? 3 марта, Москва. 4 марта, Москва. Идет снег всю ночь, дороги не чищены, как всегда. В этом году выпало очень много снега. Вдоль дорог горы, которые до сих пор так и не убрали. Их просто некуда убирать. Все свободные места, что в Москве, что в ближайшем Подмосковье, все площадки завалены снегом. Вот. Здесь была стоянка. Теперь там снег. Куча по 2-3 метра. Снег будет идти еще дня 2.